23 июня 2024 года. Всю неделю были дожди. Так, у нас следы свежие. От вакуумок грузовых. У нас еще забор доломали. То есть тут у нас аккуратно куском асфальта прихвачено. Так, за недельные дожди бы старые следы бы смыло. Ну, как можете посмотреть, следы, чтобы по-другому отпечатались. Дальше идем, смотрим. Так, давайте бомжа. Бомжа нет, потому что я увидел, он сейчас вышел на прогулку. Короче, он там живет. Видите, место сбора асоциальных личностей. Там уже кроссовки чьи-то. Ладно. Там у нас уже и сухостой, то есть правила пожарной безопасности. Особый противопожарный режим. Сейчас тут запух. Что мы видим? Вот здесь у нас свежие следы. Можно конкретное транспортное средство установить. Все отпечаталось отлично даже. Видим по картине, если видео сравнить, последнее и вот. То есть все подтвердилось. По следам видно, что слив сюда шлангом производился. Здесь теперь не только размыл. Ой, вроде шланг был. Такие промоины. Уже машины боятся провалиться. То есть тут видим тоже от шланга, да? Глубина где-то там полметра и жижа. Вот сюда, если ребенок зайдет, он провалится. Еще подмыто вот здесь. По большому счету тут уже опасно ходить, потому что можно провалиться. Потому что сюда могут и дети забежать. То есть начально, ну помимо того, что здесь загрязнение, да, происходит, почву, грунтовых вод. Тут вся эта конструкция, она ненадежная, она разваливается. Здесь 2 года назад закрывали. Ссылка внизу в ютубе будет. Ну, если в какой-то другой сети увидите, то переходите в YouTube. То есть следы то, что отсмыло. Здесь очень опасно ходить. Сейчас здесь травой заросло. Тут вообще провалиться сейчас можно. Там уже вот яма. Соответственно, если сюда кто-то ночью зайдет, ладно, я здесь еще помню, где ходить можно, где нельзя. Это очень опасно. Сейчас кугуку поставлю. Здесь еще более-менее видно. А вот в эту заросшую яму провалится, то все. От ребенка точно ничего не останется. У нас так столько детей сейчас пропадает. Да и взрослых людей тоже. То есть потеряшек у нас будет увеличиваться количество. Как будто прискорбно не было. Ну и сам бассейн тоже захламлен. Здесь плавает. У нас провалы. Ничего это не ремонтируется, не восстанавливается. Там еще у нас находится мусорная площадка. И мусор перебрасывают сюда. Через забор. Вот так вот. То есть зимой сюда будет этот мед и осенью свозить. Сейчас можно свозить. Зимой этот снегоотвал устраивает незаконно. То есть здесь, во-первых, угроза жизни и здоровья. То есть опасный объект. Дети сюда, кто-нибудь зайдет, погибнет. Социальные элементы собираются, бомжи живут. Во-вторых, у нас нарушение природоохранных требований. Вернулся местный житель.
Бомж тут живет, хромает, ходит. Что я вас не обманул. Вот. То есть, да, но человека надо уприютить тоже. Там надо куса шанс есть. Ну вот это еще все и подмывается. Тут уже опасно. Ну, вот происходит загрязнение грунта почвы, грунтовых вод, которые нужно. Также вода, которая попадает туда, она попадает в селенгу. Поскольку тут шлюзы туда. Так что так будем обращаться.